В Чувашском кадетском корпусе прошел день открытых дверей для родителей. В каких условиях учатся будущие военные, узнавала наша съемочная группа. На открытых уроках родители посмотрели, как их дети готовы к занятиям, насколько им интересен сам предмет. И следующее у нас задание. А в столярной мастерской папы помогали детям выпиливать из дерева детали будущих изделий. Пока одни родители освежали знания и навыки на открытых уроках, другие дегустировали пищу в школьной столовой. Компот свежих яблок, напиток апельсиновый, ватрушка с джемом, ватрушка с творогом, пирожки капусты с мясом, пирожки картофель с зеленым луком, салат полынский. Несколько видов салатов, первых и вторых блюд, десертов. О разнообразном питании кадет родители знали, а вот на вкус не пробовали. Очень вкусные родители, девочки. Да? Взрослые посмотрели, в каких условиях живут кадеты. Спальни с удобными кроватями, гардеробная, ванная комната. Данил Ефремов в кадетский корпус поступил в этом году и о своем выборе не жалеет. Здесь мне очень нравится все. Воспитатели отличные. Учителя хорошо объясняют. Здесь вырабатывается дисциплина. В дальнейшем ты отсюда выходишь хорошим человеком. День открытых дверей для родителей в кадетском корпусе прошел впервые. Впечатление у меня, как у мамы от этой школы, очень даже положительное. Ну, конечно, может быть, где-то чего-то есть, но я считаю, что это только потому, что школа новая, и потихонечку все это налаживается. Ну, я, в принципе, довольна. В завершении дня открытых дверей для родителей провели собрание, где специалисты рассказали об образовательной программе, правильном питании и формировании здорового образа жизни у ребят. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Игорь Зверев, Республика.